моей памяти, наверное, это впервые, когда вот Дворец Республики, одно из главных сооружений нашей столицы, принимает бизнес-форум. Мероприятие, которое проводится в интересах развития экономики Башкортостана и Беларуси. Сейчас вот приехали опять бизнес-миссия наша большая, в которой представлены не одни и те же компании. У нас со стороны Башкортостана точно так же растет интерес взаимодействия и ведения внешнеэкономической деятельности с компаниями из Беларуси. И я уверен, вот эта история будет продолжаться и развиваться. Много ездил по России, видел много интересных форумов. Ребята, как говорят у нас в Башкирии, это просто мед. Это уровень, это статус, это высокая организация. Понравилось стремление непосредственно представителей организации к какому-то диалогу. Есть такая фраза, что все можно пережить, если у тебя есть друг, с которым ты все делишь пополам. Мы вас приглашаем работать в Башкортостане. Мы на самом деле, абсолютно Рафаэль Ильич правильно сказал, относимся к вам по-братски. Это не просто слова, это у нас такое теплое отношение к вам. Замечательно, когда мы разные, когда у нас такие замечательные традиции. Пусть это будет Чукотка, пусть это будет Беларусь или вот как сегодня Башкортостан. Башкортостан супер!